Дмитрий Владимирович Камбаров, главный тренер «Спартака-2», пообщается с нами после матча против Санкт-Петербургского «Динамо». Дмитрий Владимирович, с победой вашу команду. Первый вопрос. Ставка на быстрый гол была ли сегодня сделана? Или вот ваше стартовое давление так получилось по матчу, что сегодня завладели инициативой с первых минут? Спасибо. Ну, у нас часто получается, что создаем много моментов, даже в начале матча. Сегодня удалось реализовать этот момент. Вот. Думаю, что могли и больше забить. Вот. Ну, получилось чуть два разных тайма. Первый тайм под нашим контролем полностью происходил. Вот. Второй тайм, не знаю, может быть, ребята подумали, надо оберегать счет. Немного сели, «Динамо» перехватило инициативу. Вот. Ну, при этом все равно было несколько у нас моментов. К сожалению, не забили. Но самое главное то, что сзади ноль. Вот. Это очень радует. Вы сказали про то, что два разных тайма. То есть я правильно понял, не ваша была установка, да, счет оберегать во втором тайме. Все-таки вы хотели, чтобы ваша команда играла поактивнее. Нет, мы хотели также доминировать, также прессинговать, также больше владеть инициативой, контроль мяча. Вот. Но «Динамо» на второй тайм вышло с другим настроем. Начали больше прессинговать, двигаться. Вот. Больше получалось контроля у них. Вот. Поэтому я вижу, что два разных тайма было. На 60-й минуте Артема Быковского заменили. Это уже была ваша инициатива, чуть понадежнее сзади, да, чтобы сзади остался ноль? Или все-таки он, у него ну, два у нас было есть стыка? Вариативность в атаке. Мы можем выпускать, у нас все футболисты могут играть на разных позициях, универсальные. То есть мы их можем перекидывать слева направо, там справа на девятку или также слева на девятку. Поэтому, в принципе, это одна из таких... Один из вариантов, который мы используем. Вы вернулись в Санкт-Петербург. У вас какие-то вот внутренние ощущения? Пишите, пожалуйста, что вот чувствовали сегодня. Ну, провел здесь, да, полтора года, вот, когда приезжал, особенно живем сейчас в том же отеле, в котором я жил эти полтора года. Ностальгия, конечно, присутствовала. Большое спасибо. С победой еще раз.